люблю тебя и отпускаю. Люблю тебя и воскресаю, люблю, и значит не пустая. И полюбила неспроста я. Я полюбила очень ясно, я полюбила очень страстно, я полюбила, не погасла. Возможно, мне любить опасно. Возможно, вся и без остатка я в чувствах растворяюсь сладких. Возможно, поливаю грядки, не заслужившие осадка. Зовет любовь дорогой дальней, зовет мелодией печальной, зовет и ждет без обещаний в глубоком творческом молчании. И я иду навстречу смело, и я иду, хотя болела, и я иду душой и телом, иду навстречу чувствам спелым. Меня зовут Маринесса, я живу в городе Ростове-на-Дону, занимаюсь музыкой, пишу песни, пишу стихи и исполняю их. Записала альбом сольный, он эмоциональный, поэтому, конечно, восклицание, эмоциональный альбом. Там есть и жесткие, не то чтобы жесткие песни, но они такие вот просто отклики из разных уголков жизни. То есть сейчас, можно сказать, той Марины, которую я читала в песне «Грани алкоголики», от нее практически вообще ничего не осталось. Я просто помню, я пришла к Владу, кстати, и сказала: «Влад, я бы хотела, чтобы ты сводил мне альбом». Ну, еще у меня не было, там было буквально там две песни, по-моему, и то «Сыры-сыры». Влад дал понять, что типа ты пиши сначала, а потом посмотрим. Я так расстроилась, на самом деле, потому что я понимала, что я не найду человека, который мог бы качественнее мне сделать и музыку, и звучание. Поэтому я тогда расстроилась, но я приступила к работе, я стала продолжать писать песни. Неужели это я, заключена в твои объятия? Это я, твое любимое занятие. Когда меня критикуют, я прислушиваюсь всегда, вообще всегда. Вот, по крайней мере, там в основном советы у меня были в процессе написания с Владом, но когда меня критикует толпа, это другое. У меня было много недочетов. Вот я сама считаю, что в альбоме я бы еще поработала. Но с другой стороны, я близким людям, лишь близким людям говорила: прикиньте, как круто, короче. Люди реагируют, люди эмоционально зацепились, им что-то не нравится. Я думаю, ну я отравлю их еще. Я еще, ну, в хорошем смысле слова, я отравлю их своими там честными песнями, допустим. А вообще, как бы, для кого мне стараться? Для себя, ну, я себя взращиваю. Но себя взрастить я могу только лишь тогда, когда я буду угодна людям. Ну, когда я буду все-таки считаться с какими-то мнениями, я же работаю для публики тоже. Я же артист. Сердце с кровью бьется в танце, руки дрожат. Я уехала в Москву для того, чтобы учиться. Я поступила в Университет культуры и искусств на вокальное отделение. Планирую выпустить второй. Сейчас я над ним работаю. У меня процесс идет творческий. Мои новые песни, они, мне кажется, немного другие уже. Они немного тоже такие более зрелые. Ну и вот я увидела струю, в которую я попала, где мне было интересно. Я чувствовала, что потенциал мой может раскрыться здесь. В плане музыкальности, ну, конечно, хип-хоп — это как бы определенный какой-то стиль, такой субкультура, может быть. И хотелось бы попробовать, я очень люблю экспериментировать. Можно на бит петь все, что угодно вообще. Захочу народным голосом, захочу академическим. Когда я прихожу в студию, обычно я достаю, у нас там стоит синтезатор, я его достаю, ставлю на стол, начинаю распеваться. Это самые первые действия, которые я делаю в студии. После того, как я распеваюсь, я включаю компьютер, включаю Cubase, туда я помещаю трек и начинаю записываться, нажимаю кнопочки всякие. И иногда вот случается проблема, там микрофон не пишет. Еще у меня бывает такой эмоциональный настрой, когда у меня что-то не получается. То есть я пою, мне не нравится, как я пою, я могу по 25 раз перепевать дубли. И знаете, если честно, я кидаю наушники в стекло. Я не люблю, когда мне мешают, я люблю писать одна. Я сажусь, уединяюсь и пишу стихи, ловлю музы какие-то там. Бывает, из мелодии рождаются слова, а бывает, из текста музыка. То есть это все происходит как-то вот, это волшебство на самом деле. Поэтому никто этого не видит в самом процессе рождения. В основном это все происходит где-то вот в моей стране чудес.